Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в клюноночку на проекте Amazon Holy Play, первый сервер. Итак, сегодня с пацаном новое видео, как и обещал, я сегодня буду делать серию про казино. Сегодня мы пойдем поиграть на 3 миллиона в казино, я думаю, это довольно-таки неплохая сумма, и игра будет интересная. А я вам напоминаю, если вы набираете на этой серии 200 лайков, то выходит новая серия по Amazon Holy Play. Также не забывайте, пацаны, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Holy Play. Также можете писать в комментариях свои идеи насчет видосов новых, потому что GO делается очень долго, а идей реально нету. Поэтому, если у вас есть какая-то хорошая идея, то мне можно снять на Amazon, то, пожалуйста, об этом напишите в комментариях. Все, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну и, конечно же, пацаны, серия будет цепочка. Я надеюсь, вам понравилась предыдущая серия. Там было 230 лайков и 1700 просмотров. Пацаны, давайте покажем такой же активной этой серии, потому что я заметил, что вам казино очень нравится. Если будете проявлять хорошую активность, то я готов казино снимать каждую неделю. Поэтому, пацаны, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И мы снимаем 3 миллиона, получается. Ну да, 3 миллиона и 5 тысяч на вход берем. Так, уважение плюс сразу у меня появилась надпись, это хорошо. Так, людей у нас в казино достаточно много. Но нам нужно именно вот сюда пойти, в Хайдайс, потому что я не хочу в кости играть. Так, я тут подписчика встретил. Тоха Моррисон, привет тебе. Дмитрий Круг, тебе тоже передаю привет. Передай привет, я тебе уже передал привет. Короче, здесь у нас нету игроков. Давайте попробуем как-то сюда втиснуться. Так, вот я залетел. Блин, тут походу только мелкие ставки есть, потому что 55 тысяч, в принципе. Ну, такое себе на самом деле. Здесь даже Джонни Прайд есть. О, Джонни Прайд на туре. Пацаны, здесь есть Джонни Прайд, прикиньте. Походу это он на Магну приехал. О, я выиграл. Пацаны, я выиграл бабосик. Ну блин, это мелкие ставки, мне не особо интересно так играть. Я хочу там по 500 тысяч поиграть по ляму, так будет намного интереснее. И играем еще на одну ставку 120 тысяч. То есть ставка 30 тысяч, а сумма, то есть а банк это 120 тысяч. Ну, у Дениса Легуна выпал 12, поэтому я в любом случае не выиграю. Но я пока что даже не в минусе, чтобы понимали. Поэтому я доволен, но нужна нормальная ставочка, пацаны. Давайте там на 500 тысяч, хотя бы на 200 тысяч. Но не по 30 тысяч. Вот, 200 тысяч ставка. Так, делаем ставку, короче. И сейчас будем играть. 200 тысяч ставочка. Так, вдвоем мы играем, я так понял. Но я, скорее всего, бросать не буду. Главное, чтобы ему там 12 не выпало. А так, в принципе, я бросать не буду. Нет, я проиграл. У него 3 выпало, походу, у меня выпало 2, как я понял. Я, короче, перешел на другой стол, потому что здесь хотя бы по 100 тысяч играет, а там по 30 тысяч играет. Поэтому сейчас будем надеяться на то, что я выиграю. 11 выпало ему. Маркович. Блин, этот Маркович, я заметил, он часто в казике, и он пацана тащит. Поэтому, скорее всего, я сейчас проебу. Но я так считаю. Не, ну пацан, это не серьезно. Вот. Играть по таким ставкам. Давайте я тоже брошу. Вот у меня 12 выпало, и чё? Я выиграл 50 тысяч. Ох, как много, блин. Я так по мелким ставкам сейчас просто солюсь и все. Так, у нас сейчас ставка будет на 1 миллион. Блин, надеюсь, я не проебу, потому что не очень хочется проебать лям. Хотя этого я и хотел, в принципе, поиграть на лям. Так, давайте, тройка выпала. Ну, пиздец, я походу проебал. Я просто ебал этот рот. Просто на одно очко проебал, у него четверка выпала. А, на 5 лямов ты что, ебанутый, блядь? Вот, на лям еще можно сыграть, но играть на, блядь, на 5 лямов, это сильно жестко. Сейчас попробуем еще раз бросить. Так, у него двойка выпала. Ну, давайте я тоже брошу. Брось, тройка выпала. Я выиграл, короче, лям, пацаны, обратно. Ну, 2 ляма играть не, на 2 ляма я ебал. Хотя, пацаны, че не похуй, живем один раз, поэтому давайте сыграем на 2 миллиона, потому что у него 9 выпало. У него выпало 9, да? Ну я, ладно, я бросать не буду туда, возможно, мне повезет. Ему 9 выпало, мне выпало что-то поменьше. Блять, ну пиздец, короче. Поиграли, называется. Уже в Хайдайс как бы мы не поиграем, поэтому лучше хотя бы здесь поиграть. Я в казике все равно не могу бабки давать, зачем просить деньги? Я уже слил 2,5. Какие накину, блядь? Я 2,5 миллиона проебал. Ты хочешь, чтобы я накинул бабок? Так, я, короче, кидаю на 100 тысяч и, скорее всего, я сейчас солью, да? Ну, давайте попробуем. Так, 100 тысяч я завинил. Так, кидают на 500 тысяч, я выиграл. Отлично, на 500 тысяч просто завинил. Так, обратно на 500 тысяч кидает. И я проебал, короче. Но это было глупо играть, потому что, блин, я у него забрал эти 500 тысяч, я ему их же и проебал, получается. Поэтому сейчас я, походу, иду с нулем, просто с казика и все. Ну, пацаны, все, в принципе, ради контента, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Так, я кинул на 50 тысяч, и я их проебал. Ну, нормально, что я могу сказать, нормально.
Давайте тогда еще на 50 тысяч кинем. Хотя хрен знает. Блин, я не люблю такие дайс играть. Я люблю играть в хай дайс. Но в хай дайс, блин, там надо, чтобы много денег у тебя было. Так, 120 тысяч залетает, и я выиграю. Отлично. Так, теперь он мне кидает, и я проебал. Ну, логично. Конечно, логично, что я проебал. Я ж не могу просто подняться и уйти. Надо проебать просто до нуля. Конечно, в прошлый раз мне повезло, я смог отбить свои деньги, но в этот раз у меня как бы бабок нету запасных, чтобы пойти снять и пойти обратно в казино. Вот в чем проблема, пацаны. Тут уже, блядь, либо пал, либо пропал. Так, я на 200 тысяч, короче, закинул, и я их проебал. А, нет, вот это отказался. Ну, конечно, он же крыса. Он не будет по-честному играть. Мало говорить. Мало? Ну, давайте на 400 тысяч закину. Я их проебал, короче. Все, пацаны, я проебал. Давайте ему кидаем последний полтинник, короче. Давай на полтишок последний. Ну, последний полтинник давай. И он меня его забирает. Все. Я, пацаны, слился просто до нуля. Просто проебал тряма, как нехуй делать просто. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напоминаю, что вы набираете 200 лайков, и выходит новая серия по Мазингу. Все, пацаны, ради контента, поэтому не ленитесь, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока-пока.